посвятил во время которого происходит Дни Победы миллионы конфликт и объединения. Это наш предприятие в пути министра Западной Александрии в 1944 года состоялось одним из крупнейших из Второй мировой войны сражение войска антирусской коалиции с тысячами войсками. Победа всей коалиции стала первым действительным успехом регионов Северной Африки и Северного моря. Результат Поправные части этого сражения на стороне союзника были и выходцы из Советского Союза. Наши уважаемые радиослушатели, связи с ним, как председатель Советского Союза, подошли к нам. Всего вам доброго и нового встречи. Завалить страну. Здесь у меня музыкальная передача «Это угодно».